Здравствуйте! Сегодня четвертый день конференции «Криминализуя системы атомной войны». Это международная научная конференция происходит в Латвии. Первые три дня происходили в Риге, в научной академии наук и в Академии наук, и также на моей квартире, где я сейчас провожу охрану квартиры от системных ее хозяев, которые не живут даже в этой стране, в Латвии. И мы, коренные жители Латвии, берем систему нашей страны в наши руки обратно. Потому последние четыре дня конференции происходят тут, на хуторе, при матушке природе. Лето кончается, но новая система благополучия мира начинается. Сегодня, когда мы криминализуем систему атомной войны, будем работать над следующими вопросами. Я вас познакомлю с Пердана фондом в Малайзии, который делал конференцию о новом мировом порядке, который мы уже как систему закриминализовали в первой конференции. Также я вам расскажу о фонде в Малайзии, который называется «Криминализовать войну». criminalizewar.org. И будем также сегодня радоваться мудрости коренных жителей Земли. Также сегодня я вам покажу системы доказания преступности ядерных войн и ядерного оружия. Также я вам покажу быстренько, дополню вчерашний разговор о проектах ядерного загрязнения, которые происходят в Швеции, которые буквально подвергнут нашу территорию уничтожению, если мы их не остановим. И в этой презентации у меня есть также очень несколько важных пунктов, о которых мы вчера не молвили. Все еще сегодня четвертый день, как мы свинам празднуем. Как мы празднуем день рождения изумительного ученого нашего времени, профессора Кристофера Базбиса, который будет с нами через пару дней. 1 сентября ему исполнилось 70 лет его изумительной жизни. И я сегодня начну этот день, открывая этот пакет, который я не открывала с того момента, как я его запаковала в Англии где-то год назад. И что же в нем? Скажем так, это Библия ученого ядерной
безопасности. Ну-ну. Видите? Надо осторожненько. Вот она. Это книга, которую я перенесла из дома Кристофера Бастерса в Уэльс, в Великобритании. Это первая книга, по которой Кристофер Бастер изучал физику и миросоздание и химию. Chemical and physical properties of classified substances. Значит, в этой книге вы можете примерно узнать все самое базальное о веществах нашей планеты. Эта книга, то, что Кристофер Бастер говорил, что если бы был конец света, это книга, которую единственную надо брать с собой. Но если можно одну книгу взять, то это эта книга. К сожалению, большинство наших детей ничего из этих знаний не получают в школе больше, потому что образование сейчас стало добровольным, и люди могут только сами выбирать, что они хотят, не хотят учиться. Совершенно плачевно, так как дети не могут знать, что важно, потому они и дети. Что им нужно, чтобы умные мира сего руководили. Сколько времени мы проводим, чтобы узнать свой окружающий мир? Действительно, чтобы понять его? Узнать, из чего он состоит и как его улучшить, защитить. Эта книжка такая истряпанная, хорошо показывает, сколько времени провел
молодой человек в ее компании. Изучая действительность своей реальности, пробуй понять ее, чтобы ее спасти. И эту книгу завтра мы поставим и на стол нашего юбилейного обеда. Кристофер Басбису удалось обуздать знания, чтобы создать понимание окружающей среды, чтобы защитить ее для следующих поколений. И я вижу своей задачей помочь ему и другим людям в нашем кругу, которых международный у нас уже круг экспертов, чтобы сейчас мы создаем планетарный институт, Planetary Impact Institute. Между прочим, сегодня я перевела неожиданную информацию, которую нам дал источник из США, Лорен Мюррей, которую я интервьюировала 2 дня назад, и профессору Лепину, который будет с нами завтра. Он сейчас находится, правда, в Риме, но он будет с нами завтра через скайп. Я переслала информацию очень важную от Лорен Мюррей о том, что она, изучая статистику радиоактивности последнего года, заметила повышение радиации в Украине. И она пишет на своем блоге, который называется leurenmoret.info, Донецк Nuclear Explosion. Значит, тут автоматический перевод ее страницы очень плачевного состояния, но во всяком случае речь идет о ядерной баллистической ракете, которая по ее этому блогу была взорвана 8 февраля 2015 года в 10:50 по местному времени в Донецке. Также она говорила, что у нее есть подозрение, что также используется нейтронное оружие.
К сожалению, у нас больше нет даты об этом. Я говорила со специалистами, которые официально работают тут в Латвии в радиации, но они говорили, что таких данных у них нет. Так что милитарная корпорация, она перехватила систему, и очень трудно сказать, что там действительно в Донецке происходит. Но бывшие области Донбасса и Луганска сейчас действительно являются жертвами этого всемирного нового порядка, который пробует уничтожить последние народы, которые сохранили свою исконную культуру. И такой народ, и мы тут, латыши в Латвии, и мы сейчас, нам удалось уже поставить систему защиты, и мы ее распространяем. И это происходит через организацию, которая называется «Общество латышей в Латвии». Но также, что мы и вам рекомендуем, это разыскать ваши исконно коренные группы, фольклорные, культурные, и реставрировать вашу исконную традициональную культуру и в ней ставить параметры защиты, о которых буду говорить завтра. Параметры защиты, модели Балтов. Солнечная модель Балтов представляет 14 параметров защиты, которые все должны быть в фокусе, чтобы защитить свой народ, свою территорию. Потому что, опираясь на Декларацию Объединенных Наций о правах коренных жителей, мы можем жить по культуре своих предков, и нам и все ресурсы, которые нам нужны, нам абсолютно приходится по исконным законам, которые выше нынешних. И посмотрим же, что же это за новый мировой порядок. Я сейчас захожу в сайт, который называется Perdana, 4 цифра, peace.org.
Но интернет вроде не с нами. Ничего не открывается. Но там вы найдете очень изумительную конференцию, которая происходила в Малайзии, где ученые со всего мира собрались, чтобы обсудить проблему всемирного государства, в которой мы в последние десятилетия оказались. И нам телевизор рассказывает и радио рассказывает, что у нас есть руководство страны, которое нами выбрано и законы демократично нам ставят. Но как-то мы все чувствуем, что это не так, и люди из Латвии уже, половина молодежи уехала, потому что все вроде знают, что не могут никак влиять на эту систему через механизмы, которые официально дозволены. И потому мы сейчас разработали другие механизмы. Но как раз идет речь о том, что это всемирное руководство планетой, The New World Order. Оно довольно, механизм у нее довольно простой. Если посмотреть на модель Латвии, так все министерства Латвии, даже сразу посмотря на их сайты, видно, что уже даже 10 лет назад, когда эти сайты интернета показались, почему же они называются gov.lv? Gov, government, это значит по-английски government.lv, Латвия. И так каждое министерство с несколькими буквами перед этим. Но это же ясно, что если всемирное управление, то те, которые управляют там и хотят понять эти колонии, Латвия, там, Украина, там, Беларусь, там Швейцария, они, у них всех, у всех должны быть уже на сайте понятные названия, чтобы эта небольшая ячейка руководителей могла разобраться с этой планетарной административной матрицей рабов, колоний. И почему им это удалось? Потому что матрица это очень хитрая. Она очень сложная. И через свою комплексность не дает себе легко быть заметной. Потому что люди не могут поставить сразу больше параметров, чем 2-3. Как только усложняется и большинство параметров, так люди уже теряют фокус и не могут легко понять, что же происходит. Потому мы в солнечной модели Балтов ставим эти параметры, и один за другим их надо проверять. Да? Но новый мировой порядок, кто же им руководит? Когда мы созванивались с Хеннингом Витте 2 дня назад и с Лорен Мюррей в Америке и Хеннинг Витте в Швеции, у них было немного разное впечатление, кто этим руководит. Но один факт
ясен, что кто-либо не руководит этим, то это все догадки, это гипотезы руководителей, да? Лорен думала, что это кланы из Ирана. Это было довольно шокирующе для меня, потому что эту теорию я перед этим никогда не слышала, что Иран – это этногенетические иранцы руководят всем этим новым мировым правительством. Хеннинг Витте, у него сайт называется White TV, по-английски whitetv.se, SE, как Швеция, да? Он считает, что это инопланетяне, которые перехватили всю эту матрицу и сделали диктатуру всемирную, системную, чтобы поработить человечество. Ну, это теория рептилов, она тоже у Дэвида Айка. И Дэвид Айк это все прогнозирует через аристократию королевских монархий. И, конечно, масонов. И, конечно, иезуитов, религиозных структур. Но не так это важно. Не так это важно, кто это делает. Важен нам методика, как из этого выйти. Новый мировой порядок, он состоит из трех параметров. Это параметр религии, это параметр милитарной корпорации и это параметр банковской системы. Это всемирная контрольная система стоит на трех ногах. Одна создает милитарную мощь, от которой руководители боятся, и, конечно, мы говорим тут о НАТО, которая стала сейчас мощью, которая управляет развитием дел на планете. НАТО ведь создалось, чтобы вроде остановить Вторую мировую войну. Но почему оно не разошлось после Второй мировой войны? Это самый главный вопрос. Почему оно стало террористом планеты? Как мы видели, что они сделали в Ираке сейчас, в Афганистане, что они сделали в Югославии, в центре Европы. Самая сильная страна была Югославия из союз-блока советского союзников Советского Союза. Самая сильная экономика из всех. И что они сделали с Ливией, с Каддафи, это уму непостижимо. Это была самая цветущая система, самая доброжелательная человеку. Чудо создали там. И сейчас, как Алекс Джонс опубликовал несколько дней назад,
сейчас, как раз сейчас мы живем во время, когда крушится финансовая система. Она рушится буквально. И в ближайшие месяцы будут большие измены на финансовой карте. Потому очень важно людям как можно быстрее возвращаться к матушке природе. Мы в Латвии очень счастливый народ, потому что у нас очень зеленая земля, и места тут всем достаточно. И она сейчас заброшена криминальными структурами Еврокомиссии, поставлена тут схема. Которые жители нашего аграрного хозяйства центрифугуют в города, так же, как везде в мире. Происходит центрифугация людей в города. И очень-очень важно это повернуть обратно, потому что уже через год это всемирное руководство запланировано в городах делать массовые голод. И так это легко там сделать. Он, конечно, уже сейчас там происходит, потому что это город — это своего рода тюрьма. И она одурманивает человека своими своими удобствами и разными приятными возможностями развлечения. Но цель города людям отобрать компетенцию контакта с природой. И человек, он тысячи лет жил в гармонии с природой и научился ее быть ее партнером. Но город создан, чтобы эта компетенция была уничтожена. И чтобы человек начал бояться природы и был лентяем и незнайкой природы. Тогда будет возможно очень просто, чтобы сделать так, чтобы все эти ресурсы природы могли принадлежать очень маленькой группе, которая сейчас ведет диктатуру всемирного порядка нового. И об этом как раз тоже была эта конференция, которую вы находите на сайте perdanaforpeace.org. Также, если мы посмотрим criminalized war, это очень важный сайт, который
одним из первых, если не самый первый, создали трибунал по криминализации американской и английской деятельности в Ираке. И мы, латышское общество, сотрудничаем с Малайским фондом криминализации войны и комиссия мира в латышском обществе. Тоже гласит важность, что надо криминализовать как раз саму систему войны. Потому что криминальным называется убийство, но массовые убийства, они почему-то разрешены через процесс войны. Это безумие, и мы этого не можем допускать больше. Пожалуйста, зайдите в эту, посмотрите criminalizewar.org, да, и познакомьтесь с их целями. Значит, цель этого трибунала Куала-Лампур. Осудить. Как это синозеком? Преступление против мира и против человечества, геноцид и военные преступления. Так они рассматривают процессы, которые незаконно начинаются. Но наше предложение криминализировать сам процесс войны, сами корпорации, которые создают индустрию войны. И криминализуя системы атомной войны, мы предлагаем криминализовать сами социальные системы как таковые, то есть корпорации. Понимаете? Так что мы криминализуем корпорацию, а корпорация – это не человек, это нечеловеческое существо. Вы слышали? Я думаю, вы не слышали. Это было очень важно. Я повторю. Значит, самое главное в этой методике криминализации систем атомной войны – это что? Что? Криминализация этих корпораций. Да. А корпорация – это не живое существо. Оно не будет ни в каких муках, если мы ее криминализуем, и даже если ее придется ликвидировать, да? Если ее не удастся переорганизовать в интересах местных жителей. И это значит, в этой методике не создается никакое
страдания. Так как людские, любые люди, которые работают в этих криминальных корпорациях, переорганизовываются в другие структуры, которые делают уже благо для человечества. Потому что у нас дело, мы имеем с системой военной экономики. И что же это такое? В Америке где-то в 70-х годах написан Cold Mountain Report, в котором описано, что было для руководящих был создан исследование, как, что произойдет, если в мире не будет войны. И что же это исследование показало? Оно показало, что если в мире не будет войны, то сейчас руководящие структуры не будут больше при власти и тотальном контроле ресурсов. Потому самое главное задание нового мирового порядка – постоянное нагнетание военного напряжения. И это делается по всей матрице человеческой реальности сейчас. Это происходит в обучении и в школах, и в медиах, и в вузах, и в развлекательной деятельности, в кино, в радио, в театре. И в компьютерных программах это просто болезненно, отвратительно даже, как эти маленькие мальчики заковываются у этих компьютеров и днями стреляют, и стреляют, и стреляют. И такого не было никогда в памяти человечества. Чего-то такого жуткого, психически страшного, дети никогда не делали. То, что сейчас происходит. А их родителям нету времени о них заботиться, потому что система поставлена так, что дети оторваны от родителей, и родители оторваны от детей. И очень важно нам вернуться к природе, чтобы семьи и род мог заботиться друг о друге в кругу своего рода. И если ваш род биологически треснул социально, вы можете сами создать себе социальный род из ваших друзей и близких. Но создавать такие общества, которые заботятся друг о друге, сугубо важно. Это единственный способ, методика, которая может нас вернуть к природе и спасти нас из ловушки, которую нам создало новый мировой порядок. Так как сейчас люди стали одиночками, анонимками в городе, абсолютно истерически, слишком много работающими, без цели, просто следуя деньгам,
которые даже не деньги. Это просто фантики, и даже иногда не фантики, в большинстве это даже не фантики, и не, это уже какие-то дигитальные цифры в карточках, которые контролируются какими-то виза сущностями, которые мы даже не знаем. Вы знаете, кому принадлежит виза карточки, всемирная корпорация? Да никто этого не знает. Но все идут за карточкой и за маленькой денежкой, чтобы получить свой бутерброд и свое место, где ночью лечь, чтобы было оплачено. Это такая ловушка, которой в человеческой памяти такого не было тоже, что так порабощен был бы человек. И это при всей индустриализации и при всей эффективности нашей коммуникации, которая просто изумительна. Но люди плачевнее и беднее, чем сотни лет назад. Значит, посмотрим дальше, как у нас с этой криминализацией. Сегодня я хочу разобрать вопрос, как криминализировать системы ядерной войны. Как их криминализировать? Сколько минут, Тетурир? 50. Ну, тогда сделаем паузу.